Детский развлекательный центр «Кокоду» поздравил горожан со своим днем рождения. В праздничный хоровод встали все те, кто успел оценить профессионализм сотрудников центра и их искреннее желание дарить радость детям и взрослым. На днях развлекательный центр «Кокоду» отпраздновал свой 7-й день рождения. Программа национального телевидения «Чувашии. Бухты-барахты» с первых шагов своего существования является партнером центра. И поэтому пройти мимо такого события творческая группа просто не могла. Оригинальные пожелания от ведущих «Бухты-барахты» понравились многим гостям представления. Я желаю развлекательному центру «Кокоду» кучу новых идей, клоунов, программ, чтобы в вашем центре всегда был детский смех. А директору Людмиле Николаевне я хочу подарить вот такого вот попугайчика. Я его сама сделала и хочу, чтобы он принес вам только удачу. В свой день рождения сотрудники «Кокоду» не только принимали поздравления, но и подарили незабываемое шоу всем гостям праздника. Интересные конкурсы и тематические выступления никого не оставили равнодушными. А гвоздем программы стал настоящий летающий дракон, который исполнял все желания. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика.